Ребята, с вами оборотень в Майнкрафте. Что-то я плохо себя чувствую. Ни хрена себе. Да, видимо, это я столько, так скажем, наловил. Эх, мой оборотень не дает мне покоя до сих пор. Что же мне с ним придумать? Я могу, конечно, его прокачивать, но он будет становиться все сильнее и, похоже, дело уже не отпустит меня. Так что, в принципе, зачем я волнуюсь? Осталось только дождаться ночи, и мы узнаем, что преподнесла Луна для нас на этот раз. А, что? Опять этот сон, учитель? Что на этот раз вы мне скажете? Какую мудрость? Теперь ты можешь видеть через тьму. И это может помочь тебе закончить... Чё-чё-чё закончить? Путь твой закончить. Я не хочу кончать путь. Я его еще не начал. Темно. Темно. Очень темно. А, вот. Вспомнил. Лапа. Ого! Что это? Я действительно вижу через тьму. Круто! Я вижу путь. Но в принципе-то я могу избираться по деревьям. Это чертов лабиринт. Ладно, просто идем прямо. Карабкаемся. Я не могу ломать блоки в моей фантазии. Нет. Что это такое? Я пришел сюда? Это так надо? Что это за сооружение? Это какие-то подземные катакомбы? Я не знаю, что это такое. Я вернулся обратно. А нам куда надо? Наверх? Нам надо сюда. Ох, ну капец, конечно, странный сон. Но теперь я стал сильнее. Я, похоже, стал сильнее. Только взобраться во время спринта. Не взбираться во время спринта. Удерживайте позицию. Отслеживание по запаху. Ого. Вот это у меня умений. Так. Защита. Уменьшает наносимый урон. Без брони. Окей. У меня новые способности. Отслеживание по запаху. Броня. Лапа. Сбираться. Выть. Пролетаран. Подниматься. Это я еще не могу. Ого. Вот это у меня талантов. Так. Способности выть. Способность 2. Поставить отслеживание по запаху. Волк, оборотень. Так. У меня... Что отвечает за трансформацию?
Ого. Что это? Ладно. Придется, похоже, дожидаться еще одной ночи. Где солнце? Солнце в зените. Понятно. Долго ждать. Погодите, если солнце в зените... Это ж сколько ж я сплю? Да... Полная луна. Зверь беспокойный. Да блин, я слишком хорошо прыгаю. Охренеть, я хорошо прыгаю. Я просто как Спайдермен. Спайдермен. Здравствуйте. А, меня кто-то лупит. Я героя убил. Нехорошо. Но в конце концов это она меня била. Не подходи, укушу. За бочок укушу. Слушайте, я, кажется, очень сильный. Давайте пойдем еще раз на охоту. Мне нужно добывать кости. Побольше костей. Опа, овечка, здорово. Я очень сильный. Ну-ка, что тут? У меня... Обалдеть! Вот это да. Так. Я хочу попробовать еще кое-что. Вот, волк. Сменить. Я маленький волчонок. Я просто могу ходить по лесу и двигаться. И получить урон от собственных прыжков. Как это? Летучая мыша. А, ладно, пофиг на нее. Мы летать умеем. Здорово. Блин, что-то я не в ту сторону. Кто тут на меня? Текаем! Бежим из города! Вот это я супер-хиро! Вот это я улетел! А, жесть! Надо бы похавать. Режим питания нарушать нельзя. Вот все. Офигеть, смотрите, я реально держу это во рту. Круто. И даже из модов вещи. А ну-ка, как я буду держать меч? Нати, получай плохой моб. Серьезно? Ладно. Пришло время трансформироваться обратно. А то я задолбал уже наносить себе урон прыжками. Так, что у меня есть? Отслеживание по запаху. Так, а как включить способность? Включить. Рано удерживаю клавишу спринта. Ага. По запаху включено. Цвет отслеживания. Так. Я чувствую мобов. Ага, кто-то здесь прячется. Овечка, ты что ли? Я ни хрена не вижу. Что это было? Ау! Это больно. Так, а вот и кости. Кости для моих... А чё мечом дерусь? На. Очень вкусно. Очень. Да твою же ж мать. Там скелетов на планете. А я уже выгляжу как ёжик. Так, давайте все выложим.
Но кроме мяса, конечно. Так, что я еще могу? Это крутая штука. Так, отслеживание по запаху. Еще я могу подниматься, прыгать. Что за прыгать? Так, умение. Позволяет прыгать вперед с невероятной скоростью. А ну-ка давайте попробуем. Ого! Я ускоряюсь. Ничего себе. Так, ну-ка еще что у нас есть? Так, выключить отслеживание. Да это кто меня? Слышь ты, кость ходячая. Не мешай мне. Ну-ка, я еще хочу посмотреть. Обалдеть, я сильный стал. Так, взбираться, спринт. Только взобраться во время спринта. Не, взбираться во время спринта, удерживайте позицию во время лазания. Зажим на стену, вперед, вверх, назад, вниз. Чё? Зажать стену во время лазания. Зажать стену! Ладно. Ночное зрение. Лапа. Введите номер слота, чтобы оставить его пустым. Любое другое значение отключит способность. Окей. Так, прыгать вперед. Прыгать цель. Таран. Удерживая клавишу спринта, я могу протаранить кого-то. Скрытность плюс прыжок. Блин, вот это у меня умений. Так, ночное зрение. Вой. Так, а как использовать вой? Я не понял. Я чё-то не то подрубил. Мама! Мама моя родная! Что это? Таран. Выключить. Собираться. Я очень голодный. Надо бы похавать, похавать, похавать. Коровка есть где-то. Как назло, ни одной коровки и везде криперы. Что ты будешь делать? Меня штырит. Жестко штырит. Баранина, баранина. Как фигово она заполняет жизни. Офигеть, я был голодный. Надеюсь, такое никогда больше не повторится. Полная луна отступает. А ну-ка, погоди. Погоди, сейчас прощальный подарок будет. А как использовать способности? Так, выйти. Умение. Так. А я могу выйти громко, поднимать его обратней. Да блин! О, все, понял, как это работает. Чего? Name Rasa Human Fest. Серьезно? Это что было? Так, Unity Wolf Spirit Name. Они меня не укусят? Ведь я уже стал человеком. А, хотя они своего узнают. Ну что ж, а теперь последнее, что осталось для становления самым лучшим оборотнем. Это, конечно же, подождать не полнолуние. Это будет долго, ребята. Мне тут Майнкрафт пишет, нужно использовать свое ночное зрение, чтобы пройти лабиринт. Сейчас пройдем. Да блин, опять сюда пришли. Это, блин, нечестно. Mm.
Блинский, в смысле? Я же уже оборотень 20 уровня. Способности новые появились? Да нет. Так. Походу дела кое-кто меня обманывает. Либо я делаю что-то не так. Дядя, я как бы уже проходил это испытание. Ты о чем? Так вы посмотри на меня. Ладно, придется проходить по пятому кругу. Я уже и не помню, куда. Вот сюда мы пошли сначала. Вот это у меня проучесть. Я прям не волк, а зайчик. Теперь мы пошли вот сюда, почему бы и нет. И... Это правильно? Я не понимаю, это правильно или нет? Ну, типа, я вот, я прошел испытание, но ничего не получил. Хотя я оборотень 20 левела. Эх, ладно, буду набираться опыта, ребята. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. И, в общем-то, всем пока. Смотрите, там охотник бродит. Овечку смотрели. Главное, чтоб на меня не напоролся. И всем пока.